Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркин. Последнее время хорошим спросом пользуются так называемые биологические цифровые микроскопы. Как показала практика, большинство клиентов, у которых ранее не было оптического прибора, не понимают, что из себя представляет подобное устройство. Давайте разберемся на примере нашего сегодняшнего гостя — цифрового школьного микроскопа Levenhuk Rainbow D2L с камерой в 0,3 мегапикселя и набором аксессуаров. Микроскоп поставляется в красочной упаковке из картона внутри пенопластового бокса. В отдельной коробочке сложены вспомогательные аксессуары для проведения наблюдений. Вы получите 5 готовых образцов, 4 инкубатория, емкости для суспензий, пинцет, пипетку, микротом для изготовления тонких срезов и пылезащитный чехол. Оптический прибор выполнен в полностью пластиковом корпусе. Не переживайте, каждая деталь изготовлена качественно и хорошо подогнана. Нареканий на сборку нет. Состоит микроскоп из основания прямоугольной формы, изогнутой станины, оптического блока и монокулярной насадки. По центру основания мы видим осветительный модуль, осветительный элемент светодиод. С правой стороны располагается ручка включения питания. Этой же ручкой вы можете выбирать один из трех режимов работы подсветки. Только нижнее, только верхнее или комбинированное, когда оба источника света включены. На правом торце основания мы видим колесо регулировки яркости. 50% интенсивности будет достаточно для большинства наблюдательных ситуаций. При первом включении рекомендуем поставить минимальное значение яркости. С тыльной стороны основания есть разъем для подключения блока питания. Кроме блока питания, можно использовать и батарейки. Это очень удобно, если оптический прибор будет использоваться в школе, где по ГОСТу в кабинете биологии у парт не должно быть розеток. Отсек для батареек находится в нижней части основания. Станина микроскопа классическая. Внутри располагается пластиковый механизм фокусировки. Фокусировка только грубая. Вращая большие ручки справа и слева станины, вы регулируете положение предметного столика относительно объективов, тем самым настраивая резкость. Предметный столик прямоугольной формы, оборудован двумя металлическими прижимными лапками для фиксации предметного стекла. Под предметным столиком мы видим черный диск с 6 отверстиями разного диаметра. Это диафрагмы, которыми вы можете регулировать диаметр светового пучка, попадающего на образец. Над предметным столиком находится револьверная головка с 3 объективами — 4, 10 и 40. Объективы съемные, но не сменные, выполнены в металлическом корпусе. На поверхность линз объективов 4 и 10 крат нанесены просветляющие покрытия. 40-кратный объектив не имеет просветления оптики и не оборудован пружинным механизмом. У микроскопа нет стопорного винта, ограничивающего ход предметного столика. И, пользуясь объективом максимальной кратности, будьте осторожны. По невнимательности вы можете раздавить предметное стекло с образцом корпусом объектива. Насадка монокулярная. Имеет наклон под 45 градусов к наблюдателю. Жестко зафиксировано и не имеет возможности поворота на 360 градусов. Окулярная трубка металлическая. Посадочный диаметр под окуляры 23,2 мм. Комплектный окуляр самый простой. Корпус пластиковый, юбка металлическая. Оптическая схема Гюйгенса. Просветляющих покрытий на линзах нет. Поле зрения порядка 18 мм. Вместо окуляра можно установить специальную камеру, идущую тоже в комплекте с оптическим прибором. Из-за этой камеры
многие и называют классический световой микроскоп цифровым. Камера выполнена в металлическом корпусе. Сняв защитный колпачок, мы видим матрицу камеры и установленный UV-IR фильтр. Оптического блока нет. Подключается камера к персональному компьютеру через мини-USB-порт и может работать в любой версии операционной системы Windows. Поддержки Linux и macOS нет. Максимальное разрешение фото и видео 640 на 480 пикселей. Язык программного обеспечения русский. Есть возможность ручных настроек выдержки и усиления, баланса белого, яркости, контрастности, насыщенности и гаммы. Вам доступна функция калибровки камеры, благодаря которой можно проводить измерение образцов. Давайте протестируем микроскоп и камеру. В качестве образцов будем использовать микропрепараты из набора слайдов Delta Optical плюс несколько предметов непрозрачной структуры. Объективы микроскопа не имеют коррекции аберрации. Как следствие, на изображении мы видим массу искажений. Но в целом, учитывая, что это не профессиональный прибор, картинке можно дать положительную оценку. На увеличении 40 и 100 крат поле зрения в пределах нормы. Яркости подсветки вполне достаточно. На увеличении в 400 крат наблюдается существенное падение яркости. Встроенной подсветки недостаточно. Для проведения наблюдений на этом увеличении вам необходимо снять матовый фильтр с осветительного блока. При наблюдении в микроскоп, используя верхний источник света, никаких нареканий на изображение нет. Оптический прибор зарабатывает 7 баллов из 10 возможных по нашей шкале оценок. 3 очка были сняты за бюджетное исполнение 40-кратного объектива, отсутствие возможности поворота монокулярной насадки на 360 градусов и наличие только грубой фокусировки. На большом увеличении, по неопытности, сразу настроить резкость проблематично. Качество изображения, получаемое с камеры, вы видели. Довольно-таки неплохо для 0,3 мегапикселя. Невзирая на присутствующие недостатки прибора, мы можем рекомендовать микроскоп Leeuwenhoek Rainbow 2DL в качестве учебного инструмента дома или в школе. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.